Да, точно появится, я это помню. Так, ладно, давайте-ка включим лучше автомат, наверное. Рисковать не хочу. Ну, где вы? И что, и все, никого нету? Что-то я думал, оттуда кто-то выйдет. Блин. И все! Блин, я там большего ожидал. Да, я честно большего ожидал. Может, еще кто появится? Похоже, нет. Ребят, вы меня расстраиваете, серьезно. Все-таки сложная сложность, блин. Может, и на экстремальной сложности надо было играть. А может и нет. А, фиг знает, потом видно, короче, будет. Хотя сложность вроде можно в любой момент игры сменить, насколько я помню. Да, вроде можно. А, ладно, на ветеране, пожалуй, буду походить. Так, а тут что? Так, туда я пока не пойду. Возьму какую-то аптечку. Сейчас, пожалуй, гранатой воспользуюсь. Блин, куда она в сторону отлетела, а? Чё-то как неудачно, а? Найдите меня. Я только за. Так, немножко задели. Да, все-таки, пожалуй, менять не буду сложность. Потому что задели всего чуть-чуть, а вы посмотрите. 20 с хреном процентов брони сняли, блин. И 12% здоровья, это же жопа. Хотя до здоровья дальше будет даже больше. Тоже где-то 20 с фигом, потому что у меня же 110%. Так что не, менять, пожалуй, лучше не буду. Так, сейванемся. Лишним не будет. Так, тут мы всех расстреляли. Так, откуда они, собственно, пришли? Оттуда, вроде бы. Ага. А чё в той стороне? Чё-то подзабыл. А, мне в эту сторону. А в той чего тогда? Или это я куда-то назад вернулся? Или это то же самое? Или тут вообще ничего нету? А, это туда же ведет, просто с другой стороны заход. Ну ладно. Так, где мой пистолет? Тут пистолет, пулемет, автомат. Автомат, пулемет, да. Да, видите, он более убойный и точный, но отдача у него высокая. Да, видите, я без замедления времени стреляю, весьма отдача высокая. Так что да. Это только в замедлении использовать. Блин, сзади его немножко. Так, вроде все. Ну, вперед. Блин! Так, там, похоже, еще один. Да, точно. Вот он. Иди сюда! Так, нафига я с пистолетами топал? Стреляет скотина. Так, соберем боеприпасы у них с трупов. Это лишним не бывает. Так, мне туда, насколько я помню, а тут больше ничего и нету. Да, я что-то подзабыл, где на самом деле стимуляторы поныканы, что на самом деле очень фигово, поскольку они сейчас очень нужны будут. Ладно, пойдем тогда сюда. Так, тут кто-то автомат оставил. О! Источник не определен. Кто здесь? Кто здесь? Я здесь, блин. Так.
Тут вроде бы где-то стимулятор спрятан, если не изменяет память. Да, тут где-то стимулятор. Да, в этой стороне вроде бы, да. Сейчас проверим. Кто здесь? Ага, точно. Ну вот, собственно, он нам полностью здоровье восстановил, добавил еще дополнительные 5 единиц, то есть у нас теперь 115% где-то. Да, 115. То есть, да, как я говорю, эта штука весьма полезна, особенно на высоких сложностях. Вообще говоря о сложности, я честно скажу... Ух, нифига себе, короче. Так, просто я там про сложность. Да, если вы честно говорю, первый раз играете в эту игру, или хотите поиграть, или у вас там, не знаю, опыта нету большого в играх от первого лица, в шутерах вообще. Вы что-то тормоза какие-то небольшие. О, вроде попало. Честно, не рекомендую играть на легкой сложности. Блин, опять тормоза. Да, не рекомендую играть на легкой сложности. Честно, просто почему? Потому что... Ну, очень это все легко на легкой сложности. Игра превращается из шутера тактического, по сути, чем она является, потому что противники тут весьма умные. В какое-то сплошное мясо, в прямом смысле. Я когда первый раз проходил, я тоже раскрывать не буду, играл на легкой сложности. И как бы это сказать... Было сплошное мясо, я честно тоже думал, будет сложно и так далее, но... Когда появился дробаш, я просто тупо шел на пролом, и все. Больше ничего не делал, использовал, по сути, один дробаш. То есть, да, это на самом деле неинтересно, хотя бы минимум надо на среднем играть. В целом, я, возможно, пошел бы и на экстриме, но... Давненько, как я уже говорил, не играл, и боюсь, буду часто слишком дохнуть. Слишком много, так скажем, будет... смертей, и это займет слишком много времени. Просто не хочется лишний раз записывать все это, весь этот храм. Хочется просто спокойно пойти, возможно, с какой-то и сложностью. Причем я, собственно, на ветеране и похожу. Но не слишком уж прям так экстремально. Так, сейчас, собственно, Альма появится. Да, эту девочку зовут Альма, для тех, кто не знает. Так, давайте аккуратно. Да, если мы попадем в огонь, она нас убьет. Собственно, расстрелять в нее смысла нет, мы ее все равно не убьем. Просто бежим к окну. И прыжок. Банзай! И темнота. Да, это, похоже, было больно. Кажется, он не ранен. Хотя не понимаю, как он вообще выжил. Об этом потом. Мы засекли Феттела. Источник сигнала там, неподалеку. Надо накрыть его и побыстрее. Джин, ищи Янковский. По моим данным, он еще жив. Но ты же не отправишь его одного. Это безумие. Он сам о себе позаботится. Да, везет ему, что он жив. Откуда я сиганул-то вообще? Будет. А, отсюда. Ну ты и везунчик. А что тут смертельного такого, я не пойму. Тут даже вторым этажом это не назовешь. Собственно, первый этаж где-то, так этаж первый с половиной. Тут если только башкой навернуться, то тогда, конечно, будет больно. Да слышал, я иду. Блин, что тут смертельного такого, я не пойму. А, не понять их. В общем, ладно, идем дальше. Чего уж говорить-то. О, это похоже за нами. Компания приехала, блин. Так, тут кто-то уже стрелял. Да, что, кстати, очень весело. В первой части с двумя дополнениями, посмотрите. Да, присутствует какое-никакое разрушение. Стены и так далее. Дырки остаются, причем весьма, так скажем, реалистично для того времени было. И что больше всего бесит, во второй и третьей части это убрали. То есть этой разрушаемости вообще нету. Чертовы консоли, блин, а? И все за них же ведь. Чтобы не тратить их мощности сделано было. Это 100%, блин. Нет, я против... Блин, ладно, потом. Подкрепление вызвать не можем. Все вертолеты ушли к штаб-квартире Армахема. Кажется, там что-то серьезное. Черт, нет, там же мои ребята. Я знаю, от меня ничего не зависит. Противник тот же? Похоже на то. Подробности не знаю. Держу пари, о секретности уже нет и речи. Нет, я ничего против консоли не имею, честно. Сам начинал на консолях играть. О, вот и компания реально похожа. Сам начинал с консоли играть. Когда-то моя первая консоль была это Дэнди. Все, думаю, помнят этого слоненка на коробке.
Ну да, хотя может и не все. Ну, думаю, мои ровесники, большинство помнят все это. Потом была Sega Mega Drive 2, первая PlayStation. Ну, собственно, на первой PlayStation мое, так скажем, путешествие на консолях и закончилось, а появился компьютер, и уже, собственно, желания нету, честно, на консолях играть, особенно при том, что там диски стоят по 100 баксов почти большинство. Ну, примерно, да, по 100 баксов, это честно, блин. При том, брать консоль чистого из-за пары эксклюзивов, только есть смысл, что ее бать из-за этого. На той же PlayStation 3, скажем, Heavy Rain, God of War, блин, еще что-то там, Uncharted и так далее. Ну, еще Gran Turismo, в принципе, да, интересно. Из-за пары эксклюзивов тратить где-то 500 баксов на консоль, я, честно, смысла не вижу. Хотя, опять же, каждому свое, я не против этого ничего не имею. Вкусы у всех свои. Одно новое сообщение. Майк, что у вас там происходит? Какая-то авария? Почему никто не отвечает? Перезвони мне. Сообщений больше нет. Так, на чем я там остановился, по сути? Да, я на консолях остановился. Да, как и говорил, я против них ничего не имею, но... Тормозят они все-таки прогресс, скажу я так. Да, то есть даже средненький компьютер на сегодняшний день по мощностям... Блин, мне туда влететь надо, да. Даже какой-нибудь средненький компьютер, я там не знаю. Блин, какую бы конфигурацию даже привести, но это я не знаю, есть ли смысл даже приводить это. Просто даже какой-нибудь средненький компьютер по... так скажем, мощнее консоли раза в несколько по-любому будет. В консолях плюс, конечно же, это, что там оптимизация офигенно. Разработчики все оптимизируют. На ПК же можно, конечно, так скажем, не тратить столько времени и не оптимизировать все так прям офигенно. Да, нафиг оптимизировать, по сути, если там дофига и больше мощности. Но на деле у вас выходит неоптимизированное говно. Далеко ходить не надо, таких проектов на самом деле много. Даже пример не знаю, какой привести, что бы такое привести. Блин, наверное, что бы привести? А хотя что приводить, блин? На консолях, по сути же, еще и график урезает, когда создают игру. Нету никаких настроек, которые есть. О, на компе. Так, сейчас, кажется, какой-то пугающий момент будет. Что-то я в тему консоли ударился, блин. Смех девочки. И крысы отчета бегут. Ну да, собственно, сейчас Альма будет. Да, это так пытаются напугать. Ну, мне уже, честно, не страшно, я потому что все это видел давно. Так, там стимулятор. Сейчас как мы его возьмем, нас шуганут опять, по сути. Сами смотрите. Вот она сзади побежала. Причем на стене даже тень была видна вот на этой. Так, стимулятор — это хорошо. Так, баня, давайте тут не задерживаться, а то мне что-то как-то уже немножко не по себе. О, там уже кто-то ходит. Так, тут аптечка. Возьмем. Так, Анна, давайте чем-нибудь от темы консоли отойдем, а то что-то я в него ударился уже. А то это так обсуждение часа пол займет тут, по сути, всю часть тогда. Так, тихонько, не привлекаем внимания. Скажи пока. Сейчас из окна вроде бы еще один выскочит. Да, собственно, вон он стволом машет, гад. Покажись. Спойм, он был очень удивлен. Ну прям очень. Перекличка. Уйо. Так, с перезарядкой надо быть поосторожнее, а то что-то уже в этот момент хотел перезарядить как-то. Потому что если выскочит в тот момент, когда я буду перезаряжаться, будет очень больно. Так, аптечек у нас максимум, собственно. Это весьма хорошо. Сохранимся. Так, что бы использовать, даже не знаю. Не, ну это я пока использовать не буду, жалко, если честно. Так, вперед лезть не буду. Хотя нет, давайте использую все-таки. Тут на весьма дальней дистанции они будут, насколько помню.
Лазета, голову высуну, батюнь. Один, я не верю, что он там один, честно, не верю. А может, я один? Что-то как-то подозрительно. Надо же, похоже, всего лишь один. Я удивлен, честно. Так, тут вот бойничка, насколько я помню. Да, вот она. Попустить весьма легко, если быть невнимательным. Тут стимулятор лежит. На замедление времени. Попускать такие штуки нам сейчас нельзя. Это все полезно. Так, пойдем дальше. Да, собственно, это нам сейчас нужно. Да, сейчас, в принципе, по сути, так скажем, легко. Противников не так много. И противники, по сути, не такие сложные. Но поверьте мне, потом позднее встретятся более сложные противники. Скажем, этот, как его, броневик, или как его, забыл. Ну, короче, мужик в бронированном костюме, которого хрен убьешь так быстро. Потом еще роботы будут и так далее. В общем, весело будет. Так что расслабляться не стоит. Если сейчас легко, это не значит, что будет потом легко. Вообще, возвращаясь к теме, так скажем, сложности. Наверняка всех интересует, буду ли я все части проходить на сложной сложности. Вообще-то, наверное, сразу же лучше скажу. Да, как я говорил, первое дополнение я точно буду. А насчет проекта PVC, я не знаю, буду ли я вообще честно проходить. Потому что средненькое, так скажем, дополнение сделано чисто, так скажем, нарубить бабла на знаменитой серии, по сути, да. Весьма популярной серии. Так, об этом потом. Нет, оставайся на месте. Да, оставайся на месте. Сейчас я тебе бубой сделаю. Спасибо. Че это такое? Йо! Да откуда вы выбегаете так, ёпте? Блин, как он неожиданно выбежал, я чуть не обоссался нафиг. Блин, аптечка, ладно, пока брать не буду. Да, насчет проекта PVC я, честно, не знаю, как я говорю. Весьма говененькое дополнение. Блин. Сделано с целью чисто заубить бабла. Да и причем делали не монолитовцы. Хотя первое дополнение не монолитовцы делали, которые сами первую часть делали. Но первое дополнение хотя бы делалось под их наблюдением. И, скорее всего, с их наработками. А вот уже второе дополнение делалось совсем сторонняя студия. Хотя эта студия, по сути, делала первое дополнение, но... без, скажем так, наблюдения монолитовцев. В итоге вышел, честно скажу, так себе, блин, нафиг. На один разок, по сути, и все. Ну, в целом, наверное, стоит будет пройти, чтобы вся серия была пройдена. Но там местами, честно скажу, сложность местами очень завышена. Причем даже на средней сложности, если походить, будет сложно кое-где. Так что я не уверен, буду ли это походить на высокой сложности. Касательно второй части, думаю, да, будет на высокой, как и дополнение к ней. DLC, точнее, даже. А вот по поводу третьей части, опять же, я не уверен, что будет на высокой. Почему? Я в целом сейчас все это объясню сразу. Почему я не буду третью часть на высокой сложности проходить? По сути, все просто на самом деле. Да, очень просто сейчас, блин. Секунду, с этими ребятами разберемся. Как точно, сразу троих. Вот и все. Во-первых, там картинка настолько мутная, блин, я не знаю. Возможно, это сделано для большей кинематографичности или... чтобы повысить производительность на тех же консолях. Так. Так, прошу прощения. Как видите, у меня игра зависла к чертям собачьим. Пришлось все перезапускать. Так, не знаю, даже сохранились у меня там сохранения, блин. Так, какое последнее по времени? 16:22. Вот это вот. Блин, что за задница? Так далеко? Автосохранение. Вот задница.
Вот задница, а! Ладно. Блин, жопа-то какая, а? Так охануться, блин. Надо почаще сохраняться. Так, постараемся весь этот момент быстро пойти. До того, где у меня все зависло. Блин, неудачно же зависло там все как. Очень неудачно. Так, вот, собственно, мы на этот момент и вернулись, по сути, да. Ага, точно. Блин, как же жопа зависла там, это пипец ему. Я, честно, сам не ожидал, что ее зависнет, блин, у меня игра это никогда не зависала. Ладно, надеюсь, сейчас все нормально будет. Так, лучше сейванусь. Так, что я там, по третью часть говорю, да? А ладно, опять этот момент. Куда вы побежали, а? Вот скотин убежал. Почти. Да, что-то на этот сгонота как-то неудачно полетело. Ну ладно. Так, я по третью часть вроде говорил, да? Да, картинка там мутная, блин, все как-то мудно. Да, по мутности я уже говорил. Так, аптечку возьму. Тут ничего больше нету, да. Плюс еще как-то... забыл. Управление какое-то, честно скажу, не очень удобное там. Плюс вся эта фигня с регенерацией здоровья, которая меня бесит, честно. Я очень, честно, не люблю регенерацию здоровья в играх, как-то все это нереалистично выглядит. Аптечка как-то более реалистична, взял там, прошел по ней. Хотя, да, прошел по аптечке и выздоровел как-то нереалистично, но... Я как-то более поверю, что человек восполнил здоровье от аптечки, нежели он посидел, и оно у него восполнилось. Тут же, например, как-то более реалистично взял, использовал аптечку. Скажем, аптечка там шприц какой-то себе вкалывал и пошел дальше. Причем все это как-то постепенно шло. Во второй части уже можно не 10 аптечек носить, а 3, если не изменяет память. А во третьей части уже их вообще нету аптечек, только регенерация. А нет, там, конечно, есть вроде аптечки, если не изменяет память. Да, там есть, но они лежат и... По большей части восстанавливаются все регенерации, и с собой мы не носим. Так что да. В общем, третья часть по мне так самая неудачная. Да и делала ее какая-то левая студия, если честно. One Day Studios или что-то так. У них вроде из проектов только это, как его. Пойти вне первой части с дополнениями на Xbox вроде бы. По сути и все. И еще какая-то парочка игр, которую я даже, честно, и не знаю о них вообще ничего. И таким людям доучать такую, по сути, серию весьма популярную. Не знаю, по мне как-то глупо это все было. Однозначно ждут. Что ж, не буду зачаровывать их. Сейванемся. Один готов. Второй готов. Где третий? Третий готов. Четвертый будет. О, там и пятый, и шестой. Нифига себе. Знаете, запустите, ребят, что ли. Так, зацепили слегка меня, ну ладно. Нужно подкрепление. Да, нужно очень. Йо! Мне показалось, или это граната была? А, вроде взрыва не было. Или мне кажется. Ладно, неважно. Но мне показалось, что мне гранату под ноги кинули. Ладно, не суть важно, мы живые, самое главное. Так, тут боеприпасы. Так, да, она вот, в общем, у меня опять все к чертям зависло.
Я, в общем, все посмотрел. Я так понял, у меня это из-за того, что сайт включен, две видеокарты используются. Игра, я так понял, их не использует. Не может использовать, точнее. Так, в общем, я все попробовал, проверил. Вроде бы сейчас нормально должно быть. Так, надеюсь, сейчас нормально все будет. Отключил слай. Теперь у меня одна видеокарта используется, блин. Надеюсь, сейчас лучше будет. А то два раза зависнуть, это уже какая-то задница, реально. Так, в общем, быстро с ними разобрались. Не возились, ничего такого особенного. На это совсем побыстрее сделал. Чтобы, так сказать, не задабливать этим моментом. Да, что-то как-то неудачно у меня прохождение это началось. Даже сказал бы, очень неудачно. Блин, что-то задница какая-то, два раза зависнуть, это пипец, блин. Ладно, вот, в общем, извините, сами понимаете, технические проблемы, такое случается. Да, как говорится, дерьмо случается, к сожалению. Так, по что я там говорил, я уже что-то забыл. А, в общем, не важно, нам сюда были. Да, сюда. О, опять Альма. Да, она нас, собственно, преследует, скажем так. Так, Уди не зависает пока. Хотя тоже как-то зависает в данных моментах, хотя... Когда я хочу использовать гребаную аптечку? А, я сейчас не могу использовать, у меня максимум. Да, вроде сейчас нормально, я все как-то проверил. Поиграл 10 минут. Так что будем надеяться, все исправилось. Да, гребаное дерьмо это все, блин. С зависанием. Альма! Тебе смешно, а мне нет. Так, мне вниз похоже. Ладно. О, кровища. Кто-то явно любит виноградный сок. Фу, виноградный, вишневый. Привет. Давай без объятий только, а. Так, нам, собственно, сюда похоже. Одно честно радует, хоть и пару раз и зависло, но... игра не тормозит, как у меня, скажем, Half-Life 2 подтормаживал местами. Да, это весьма радует, хотя бы и тормозов нету. Хотя, может, это еще из-за кривого кряка, да. Бывает такое. Хотя я его раньше использовал, такого дерьма не было. Сейчас я тебе устрою происшествие. Упс. Да, так смешно падать с одного удара, честно. Зато можно в него пуль дофига больше всадить, а он не дохнет. Да, угадай, как он сдохнет называется, блин. То ли от одного удара, то ли от пуль, блин. Ёп, блин. Чувак, я чуть не обделался, а? Блин, да это реально, я чуть не обделался, чуть, в прямом смысле, блин. Так, тут сохранение, иначе мне туда. А тут что? Тут, похоже, ничего. Не, туда я не пойду. Тут, а, не. Лучше зайду с той стороны. Раз там автосохранение было, значит туда. Да, похоже, это все в одну сторону идет. А, может и нет. А, не, все-таки да. Блин, нафига я бронежилет, правда, взял, я не пойму. Он вроде на 25, не 50 единиц, а у меня было 85. Только потратил, по сути. А, ну ладно. Так, ладно, пора с теми ребятами разобраться. Так, где они, собственно? А, вот. Хм.
Сделаю-ка умнее. Так, двоих грохнул. Может, теперь с другой стороны зайти? А, нет, это долго времени зайти не хочу. Иди, иди, я тебя жду. Хреново ты пошел. Однозначно хреново. Так, ну надеюсь, это все. Да, вроде все, слава богу. А, не, не все. Блин, тут бы на бочке не подаваться. Как знал, он туда сволочь пульнет. Скотина, а. Он мне однозначно подавать хотел, в прямом смысле. Стрелял в бочку, блин, сволочь. Так, автоответчик, послушаем. Отзвонись, как сможешь. Сообщений больше нет.